Мы – многонациональный народ Российской Федерации, объединенные общей судьбой. Четвероклассники знакомятся с главным законом страны. В честь Дня Конституции в 23-м лицее тематические уроки. В роли педагогов – студенты сочинских вузов. Обязательно нужно с самого детства детям дать понять, что у них есть права и обязанности, чтобы они были активными гражданами и понимали, кто президент, какие у них есть субъекты, чтобы они знали также свою историю. Ученики 4 класса, на удивление молодых педагогов, продемонстрировали блестящие знания не только истории страны, но и ее главного документа. Герман Гордеев к открытому уроку подготовился основательно. Конституцию не читал, но знает, что она плод народного законотворчества. Первую конституцию придумали ученые. А потом люди начали обсуждать между собой по радио, по телевидению. И потом был сбор. И все могли высказаться, что они хотят принять, а что нет. Принял Конституцию российский народ 12 декабря 1993 года. Эту дату зафиксировали в календаре как памятную. Каждый год 12 числа в стране проходят праздничные мероприятия. В основном они носят образовательный характер. В программе открытые уроки, выставки, круглые столы, презентации. Это межотраслевой образовательно-информационный проект, который мы реализуем совместно с управлением образования, с администрацией города Сочи, избирательной комиссией муниципального образования. Подготовлены студенты для того, чтобы рассказать детям об основных положениях Конституции Российской Федерации. Проект «Конституция Российской Федерации. Основной закон страны» реализуется на курорте пятый год. В юбилейном 2018-м организаторы постарались охватить максимальное количество школьников. В акции приняли участие 10 тысяч детей из 35 учебных заведений. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.